Всем привет! Сегодня я приготовлю утку с яблоками. У каждого, вернее, многие из вас, наверное, делали это, и у каждого свои рецепты. Я просто покажу, как это делаю я. Утку я помыла. Утка у меня домашняя, такая большая. Я ее помыла, теперь промокну полотенцем. Хорошенько. Посолю. Я ее так натираю солью и перцем. И потом поставлю ее в холодильник на пару часов, чтобы она пропиталась солью, перцем. Такая большая уточка, красивая. После такого натирания я утку упакую в пакет и отправлю в холодильник на 2 часа. Вот прошло время, утка побыла в холодильнике. Теперь я ее достаю и укладываю в пакет. Утка большая, почти 3 килограмма, поэтому я сначала ее запекаю в рукаве. В рукаве. В середину я положу 2 небольших яблока. Я покупаю яблоко семеринка. Мне нравится, когда кислинка. И в середину кладу, чтобы утка пропиталась, мясо пропиталось яблочками. Так, ну вот. Закладываю и завязываю рукав. Духовку я разогрела 200 градусов. И пока я ее отправлю на 1,5 часа. Рукав можно проколоть в некоторых местах. Сейчас я так сделаю прокольчик. 2 прокольчика. Ну и все, утку отправляю в духовку. Там она пробудет 1,5 часа. Вот прошли мои 1,5 часа. Утка вот такой вид имеет. Я ее достаю. Сейчас я солью жир из рукава. И еще ее переверну, чтобы она с другой стороны обжарилась. Жир солью в банку. Я жир с утки слила, вот такая мисочка, пол-литра, даже больше получилось жира. Я ее перевернула на лист. И сейчас я так поставлю, чтобы она сверху еще зажарилась, хорошо такая корочка появилась. Отправляю в духовку. Я задала 20 минут, уже прошло. Утка выглядит вот так. Я поставила ее так, чтобы спинка зажарилась и побольше жира выжарилась из кожи. Так, сейчас я ее переверну на спинку и обложу яблоками. Заново поставлю. Вот такая красивая у меня получается уточка. Еще кто как любит, утку можно смазать медом. Но мне нравится и так. Она и так прекрасно зажарилась. Яблочками она пропахла, уже пропиталась этим запахом. Сейчас я яблоки положу рядышком, они пропекутся, и тогда моя утка будет готова. Она и так уже почти готова. Я люблю, чтобы жир из кожицы весь выжарился. Но тут вот еще есть немножко жирок. Подожди. Вот так я кладу яблоки. Очень люблю эти печеные яблоки. Они очень вкусные. Ну и еще отправлю, еще минут на 20. Утка большая все-таки, и поэтому ее нужно хорошо прожарить. Отправляю ее в духовку еще на 20 минут. Вот прошли 20 минут. Яблоки треснули, значит, они уже пропеклись. Утка имеет шикарный, аппетитный вид. Утку
картошку выкладываю на блюдо, вот так, как я хотела. Кожица зажарилась прекрасно. Такой вид аппетитный. Хотела яблочки положить вокруг, так красиво украсить. В моем доме утка – это праздничное блюдо. Утку с яблоками я готовлю к Новому году, к Рождеству, ну и к Пасхе. Вот завтра светлый праздник. Приятного всем аппетита! Заходите на наш канал, делитесь впечатлениями. Пока-пока!